сквере музейно-выставочного центра Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева был открыт памятник этому выдающемуся ученому и писателю. Он стал частью музейной экспозиции. В этом году отмечается 150-летие легендарного путешественника. Сегодня первый день ее публичной жизни, открытой жизни. Для нас это просто очень важное высказывание в адрес героя, которое мы считали долгом своим сделать. Мы его сделали, а дальше это уже фактор судьбы. Посмотрим. Владимир Клавдиевич Арсеньев представлен вместе со своей дочерью. Изначально задумка скульптора состояла в создании Арсеньева в образе путешественника и этнографа. Мне кажется, это дань и уважение, и памяти человеку, любящему свою дочь и семье. Человека, который стал знаковым для Дальнего Востока и Владивостока, сделал очень много. И поэтому здесь вот соединение и вроде бы монументальной скульптуры, памятника, да, и с другой стороны, это такая небольшая все-таки скульптурная композиция, для улицы небольшая, которая, мне кажется, раскрывает какие-то другие нотки, другие стороны характера вашего выдающегося земляка. Еще один памятник установлен в районе фуникулера. 4-метровый монумент, запечатлевший Владимира Клавдиевича, подарил городу центр «Амурский тигр». Олег Завьялов, Екатерина Князева. Новости на Восьмом.